Искусственный интеллект и продукты для малого бизнеса. Сбер стал партнером Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске. На стенде Сбер представил инструменты для управления процессами в ЖКХ, розничной торговле, транспорте, ресторанном бизнесе и другом. Частным клиентам Сбер презентовал премиальные форматы обслуживания «Сбер Премьер» и «Сбер Первый». Каждый посетитель стенда Сбера может создать и забрать на память уникальную открытку, сгенерированную при помощи нейросети «Кандинский». Югра регион-лидер по многим направлениям ESG во всех трех буквах, и в экологическом аспекте, и в социальном, и в управленческом. Мы подготовили проект устойчивого развития региона совместно, и теперь эти подходы тоже будут тиражированы по стране, и мы будем готовить такие решения. В рамках Югорского экономического форума Сбер подписал соглашение о сотрудничестве в сфере ESG с Департаментом промышленности Югры. Стороны закрепили основные направления работы и сформировали перечень приоритетных задач. Департамент создает в округе 5 комплексов межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов по механизму конституционных соглашений, которые будут направлены на достижение указа президента Российской Федерации по сокращению количества отходов. Благодаря партнерству со Сбером данные проекты будут реализоваться, да, и Сбер будет оказывать финансовую поддержку нашим пенсионерам.